Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы посещаем город Кропоткин, птичий рынок, ярмарка декоративных птиц. Посмотрим, что здесь есть. Здесь вот рыбки. Идем дальше, большой ассортимент. Вот тут все снимают, я снимаю. Видите? Смотрите, здесь сомики разные. Тернецы, скалярии, меченосцы. Кислород, воздух, все есть. Друзья, кому надо рыбку, можно вызвать в специальном пакете с кислородом. Звоните по номеру телефона 8-928-231-6107. Здесь растения, гнезда, корм. Западочки есть тоже, кому надо, обращайтесь. Идем дальше. И собачка маленькая водичку пьет. Здесь ножики разные. А мадинки в какую цену? 3,5. Какую цену волнистые? 400. 400 рублей. Друзья, большой выбор. Раз в год вот тут есть попугайчики. Видите, какие классные. Почем птица? На 500. 500 рублей. Самца синего моего. Забрали. Сегодня много голубей разных, красивых. Рассада, кусты. Вот сейчас как раз сезон садоводом, огородником начинается. Все есть. Попугаев очень мало, канареек вообще нету, по-моему. А здесь вот певчие красивые. И как их надо разделять? Здравствуйте. Здесь курочки подросли, и цена подросла, и размер подрос. Ну такие вот 300 рублей, 600, да, вот эти? 650. 650. А возраст какой? 5,5 месяца. 5,5 месяца. 300 уже допродали, ты поздно. Друзья, я еще нашел рыбок. Классных, маленьких, полосатых гуппи. А это у вас гуппи какой породы? Знаете? Порода у гупиков есть? Нету? Порода у гупиков. Там помесь. Ну я понял. А это голуби. Смотрят на нас. Покупайте, покупайте. Выбираем. Я столько ваши давал, беляс, вы их всех пожирали, стоите каждый день. Друзья, сезон курочек, петушков открывается, тут большой выбор. Вот, видите, чтобы заметили, чтобы купили. Но попугаев и канареек, я надеюсь, в следующий раз будет больше. Прям петухи-петухи, куры-куры. Красавцы, все породные, все чистоплотные, ухоженные. Смотрите. Кому интересно, приезжайте. Вот в жилетках, чтобы не клевались. Есть молодняк.
Всякие разные. Друзья, на этом мое видео подходит к концу. Солнце высоко, колодец далеко. Жар донимает, пот проступает. Пойду я в тенек, попью воды. Очень жарко. Да надо ж рыбку продавать, да домой ехать. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал. До скорой встречи.